Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi, cuvânt înainte, nu va fi pentru că am nevoie de timp. Am nevoie de timp în care să discutăm un subiect sensibil, un subiect care timp de 26 de ani se discută, se vorbește despre el, dar până la urmă noi nu știm, oamenii simpli, unde este adevărul, adevărul real. În emisiunea astăzi la noi vom avea un invitat care în exclusivitate a venit doar la Accent TV ca să vorbească despre lucruri adevărate, despre situațiile care s-au petrecut nemijlocit în perioada aceea, pentru că a fost la fața locului. Vă prezint invitații din această seară. Este vorba de Nicolae Petrică, general de brigadă în retragere, prim-viceministru al apărării și comandant al Armatei Naționale. Concomitent, trei funcții ați deținut. Bună seara și mulțumesc că ați hotărât să veniți astăzi la noi să discutăm la această temă. Mulțumesc pentru invitație. Al doilea invitat este Valeriu Demidețchi, ziarist, șef al reprezentanței TAS în Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit. Dobre vecer. Dobre vecer. Stimați invitați, vreau să vă spun că pe 2 martie, bine, sute de oameni au, deja suntem câteva zile trecute de această zi, dar au comemorat eroii căzuți în timpul conflictului armat de pe Nistru și la Cocieri și la noi, la Focul Veșnic, și au amintit de momentele de groază prin care au trecut acum 26 de ani atât cei care erau la fața locului, cât și întreaga populație a Republicii Moldova. Și veteranii, până la urmă, în discursurile pe care le-au avut, s-au arătat indignați de niște lucruri. Întrebarea mea este la începutul emisiunii. Conflictul transnistrean, unii îl numesc războiul de pe Nistru, alții îl numesc război civil, alții zic că e conflict militar. Stimați invitați, domnul Demidețchi, domnul Petrică, dumneavoastră, cum îl vedeți? Господин Демидецкий, давайте с вами. Домну Петрика показывает на... Вы имеете в виду, как я смотрю как на, второй, смотрите, на вот 2 марта? Нет, да? Некоторые говорят, что он так был, произошел. Некоторые его каталогируют так. Вот все-таки... Ну, у нас есть привязка к дате 2 марта, да? Для меня это печальная дата. Печальная дата, из которой хотелось бы, чтобы мы извлекли какие-то уроки. Но история учит тому, что только что ничему не учит, да? Вот. Это печальная дата о погибших людях с обеих сторон Днестра. Я всегда говорю, что не знаю, дождусь ли я когда-нибудь, когда политики с двух берегов Днестра придут на могилы павших на правом берегу и на левом берегу и возложат цветы. И не будут упрекать друг друга, почему ты пошел туда возлагать или сюда. Потому что политики с двух берегов Днестра виноваты в том, не военные, в армии всех стран выполняют приказы, других армий не бывает, понимаете? А именно политики виноваты в том, что люди в 92-м году убивали друг друга. Была братоубийственная война, понимаете, между людьми, которые еще недавно дружили, справляли свадьбы, куматрии, жили в одном государстве, но вот распалось это государство, и они их заставили воевать, да? К сожалению, то, что происходит в нашей стране сегодня, да, когда у нас накануне выборов опять подписывают, вот такой идиотизм происходит, когда некоторые села подписывают осуждение пакта Молотова-Риббентропа, а одни за объединение с Румынией, другой, да, никто не хочет вспомнить, что такие же настроения были и тогда. Deci putem să spunem, да, că se repetă, да, niște, да, ситуации. То есть мы тогда, наши политики не задумались, а почему, что случилось в Гагаузии, что случилось в Приднестровье? Мы здесь в Кишиневе приняли гимн соседнего государства, да, «Проснись, румын». Мы здесь приняли флаг соседнего государства. В Приднестровье, там и в Гагаузии с этим не согласились. И мы вместо того, чтобы политики должны договариваться, они вместо этого, у нас начались конфликты, да? Конечно, были силы извне, но согласитесь со мной, что если в вашей семье есть настоящий хозяин и настоящие отношения любви, никакой сосед вам ничего не сделает, понимаете? Ну, да. А если у вас будет внутри конфликт, то всегда найдутся те люди, которые вам его помогут в своих интересах, в странной конкуренции, да? Поэтому я говорю, что вот мы, к сожалению, не извлекаем из этого уроков. И я очень жаль мне, что политики с двух берегов Днестра не сумели ни тогда договориться о том, чтобы не проливать кровь простых людей, ни сейчас не могут договориться так же полюбовно, как они договариваются, допустим,
о том, как закупать электроэнергию, распиливать, о том, как торговать металлом, о том, как заниматься контрабандой, потому что, извините меня, если мне кто-то скажет, что контрабандой занимается только в Приднестровье, как здесь у нас в Кишиневе говорят, то я вам хочу сказать, что, что надо посмотреть на карту, эти люди не учили географию. С одной стороны, Приднестровье зажато Украины, а с другой стороны, Молдовы. И те, кто говорит, что контрабанда, кто с кем занимается, понимаете? Да, кто с кем занимается. Поэтому вот я говорю, что вот, к сожалению, мы живем в этих мифах. И я думаю, что, к сожалению, по вине политиков, мы еще не скоро узнаем, что по-настоящему случилось. Да, и я очень рад, что у нас еще вот есть военные, которые хранят эту память. И я надеюсь, господин Петрико сегодня очень много интересного нам об этом расскажет. Да. Дом Петрико, отвечаю на ваш вопрос. Думаю, вас такому обидеться. Каждый из нас, каждый политик особо хочет увидеть то, что ему нравится. Один говорит, что был конфликт, другой говорит, что была братоубийственная война, третий говорит, что... А я как военный вам скажу, когда в день получаешь по 2500 снарядов на свою голову, когда стреляет артиллерия, когда стреляют танки, когда летит авиация, когда стреляют люди, это что? Поссорились два человека, что это настоящая война. Это война на уничтожение людей. Конфликты там у них разобрались, там, а тут идет на уничтожение. Поэтому по-другому назвать ее нельзя. Это была война, я так считаю. А кому не нравится, считается их колокольни. Многие хотят увидеть и услышать, наверное, сегодня с моих слов, что Молдова воевала с Россией. Понимаете, с одной стороны, они правы в том, что действительно Россия поддерживала Приднестровье. Нас тоже поддерживала Румыния. Они нам давали БТР, давали оружие. Те тоже давали танки, давали артиллерию, давали все. То есть так случилось. Потому что наше руководство всегда, вот это, если вы внимательно изучили историю распада Союза, вы видите, что три маленькие республики прибалтийские, Грузия и Молдова, бегали впереди паровоза. Да. Остальные были более хитрые, они ждали, когда паровоз момент пойдет. Потребит, да. И мы стремились всех, что вот мы объявили демократию, объявили там все, молодцы, хорошо, но какой следующий шаг? Нем грабит. Что будет завтра? Как людей кормить? Как обувать? Как все прочее? Ведь Молдова была очень высокоразвитая страна. У нас было очень много заводов, людей не хватало рабочих. А наши поспешили. Вот это служило в Узбекистане. Я вам скажу, президент Узбекистана Каримов говорил так, но своему руководству, мы турков, месхетинцев и цыган выгнали сами. Ушли умные головы, то есть ушли немцы. Начали уходить золотые руки. Если еще уйдут золотые руки, мы свои золотые зубы поставим на полку. То есть начали русские уходить тоже. Поэтому надо любым средством их удержать. И просто говоришь, вот вы не знаете узбекский язык, поэтому ты можешь быть заместителем, но не можешь быть директором. И делать все, чтобы притормозить. И они аккуратно все, все себе подчинили, все сделали. А мы бегом, бегом, быстрее, быстрее, с кем? Кому? Да, она анграба фач грешель, Марь. Так, Саледжес, понимаете? Ну, пытается пробиться к умению. Понимаете, что люди, которые достигли такой высокой власти, это что такое власть? Это гордость за себя, что тебе дал народ полномочия оказать ему помощь. Для этого власть дает людям. Шафлиндусе на чистой функции, ну, солгадит лапокор. Запомните раз и всегда, это мои слова, не Ленина, не это самое. Ленин говорил, что война – это продолжение пройти другими военными путями, другими военными средствами. Я вам скажу, война – это преступление. Независимость, какая война. Человек родился, вот вы родились для чего? Создавать. Выращивать детей, создать дом, все прочее. А пришел Петрик и отнял вас жизнь. Это что, честно, что ли? Это не честно. Человек родился, чтобы что-то создать, построить, сделать. И поэтому каждый руководитель должен сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы его народ был уничтожен своим же оружием и все прочее. Да, есть воины, как фашисты, тот, который имел целью действительно уничтожения народа. Это одно. А здесь же не было такой цели. За что? Тут можно было договориться. Если умный был Снегур, не только Снегур. Там были еще эти депутаты, которые подписали декларацию, получили ордена республики. Они тоже несут непосредственную ответственность. Никто из них не интересовался. Один Василий Сгардан приезжал
и смотрел, что творится на плацдарме. Остальные никто не приходил, только так. Ну, Матей иногда приносил там туфли какие-нибудь, там еще. Да, Лаури, pentru asta și-au atribuit, corect? Lauri. Lauri și mândri se țineau că ei au rezolvat multe. Da, i-au rezolvat multe. Și acea, e tot правительство, они просто не готовы были быть. И они заложили основу, и никто не дает им, я им не даю никакого оправдания, что виноват Хуснев, виноваты все и депутаты, и правительство, и те советники, которые там вокруг ходили как лакеи, потому что они не видели главное, что национальный вопрос, это очень серьезный и очень... И рассорить людей легко, а попробуй потом мирить. Да, это, это нужны годы и годы. Așa cum se întâmplă la noi, 26 de ani, noi tot ne încercăm să ne împăcăm și nu ne reușește, chiar dacă s-au implicat și statele extreme. Valeria остановилась на этом вопросе. Вы понимаете, 26 лет прошло. Если каждый день по одному вопросу, все вопросы вы решили. Если бы... Eu cred că și în 10 ani se rezolva, dacă era дорință. Dar până la урма putem vorbi că дорință era. Если бы хотели бы наши эти начальники, президенты, правительство, и всем, не решили там вопрос школы на румынском языке, там, гора Быкова, там, все, это все правильно. Надо создать какую-то платформу и друг друга просить прощения, что совершили мы эту глупость. Но время прошло, выросло новое поколение, выросли новые люди, они должны знать истину, правду должны знать. И мы должны простить друг друга и работать ради людей. А он что делает? Ведь... Они ищут проблемы. И он правильно сказал. Надо честно сказать, что в Приднестровье бизнес молдавской элиты. Что там греха таит? Dumneavoastră, până la urmă ajungem la concluzia că această confruntare militară a fost din cauza acțiunilor pripite dintr-o parte și acțiunilor nechipzuite din altă parte ale politicienilor. Și ei au fost prea categorici în unele situații și nepregătiți pentru a îndeplini funcția pe care au avut-o și pe care o dețineau. Asta este. Шел распад Союза, велика страна. Конечно, тут были созданы такие запасы оружия. Ну, как говорили, что для каждого нерожденного ребенка уже патрон у нас сохраняется для юго-западного направления. Понимаете, большие запасы. Второе. Был такой Лукьянов, председатель Верховного Совета. Это был умный человек, это был не Горбачев, он другой. И он видел, что распад Союза приведет к тому, что Россия останется в изоляции. Ему нужно было ставить. И он, ну, в Прибалтике не успели ничего делать, потому что Прибалтика де-факто была в составе, де-юре в составе Союза. А де-факто они жили другой жизнью. А Грузия получила три республики, Молдова получила три республики. И все получили, потому что... А если бы руководство Молдовы было умным в то время, и были бы чуть-чуть евреи, они доили бы и Европу, и Россию, и жил бы народ сегодня счастливо и достойно. Domnul Petrica, a fost sau nu influențat președintele de atunci, domnul Snegur, dintr-o parte sau alta? Sau deciziile pe care le lua, el le-a luat din slăbiciune și din graba eu, pe care... Я не могу на этот вопрос ответить, что, потому что я находился в Ташкенте, я был первый замначальник училища, Ташкентского училища, и я приехал 17 мая. Но он не был первый день у власти. Он же был долго секретарем, он был у власти постоянно там и стал президентом. Он должен был иметь опыт уже, видеть все, что должен делать завтра, послезавтра и так далее. Я становлюсь президентом страны, значит, не только что, а я должен видеть еще на 10 шагов, что надо делать. И он, наверное, за своей мягкотелой, ну, он порядочный человек. Я не хочу сказать, у нас с ним много споров, много обид у меня на него, потому что он загубил всю мою военную жизнь. Но как человек он нормальный. Но да, трус, но трусость, хороший человек это не профессия, не профессия, к сожалению. И да. Потом трусость, боязнь, и всех послушать. А там получились пацаны вокруг него, которые говорили ему то, чтобы было приятно, понимаете? Da, da, nu vă pare că până la urmă la noi politicienii cam sunt de aceeași natură în ultimii 20 de ani, așa să zicem, domnul Demidețe. Вы очень хорошую, Маргарита, фразу сказали. Политики были не готовы к тому времени. Во-первых, на президентов независимых государств в Советском Союзе не учили, в отличие от военных. Военных готовили хорошо.
И когда люди возглавили волею судьбы, Советский Союз распадался, и, наверное, у нас часто любят, я согласен с господином генералом, о том, что, ну, это смешно обвинять Россию в том, что она пыталась удержать распад Советского Союза. Ну, Лукьянова было, извините меня, посадить в тюрьму, если он не способствовал каким-то действиями распаду Советского Союза, которым возглавлял вместе с Горбачевым. Угу. Понимаете, смешно, да? Это то же самое, что вы выходите на ринг с боксером драться, он вас бьет, а вы один раз ударит, а вы бежите к судье, говорит, он меня бьет. Так вышел драться, это же конкуренция, это же политика. Понимаете, так не бывает иначе. Поэтому, вы знаете, Снегур был абсолютно, к сожалению, не готов к тому, что, вот, к той ситуации, которая возникла в нашей стране. Во-первых, господин Петрико не даст мне соврать, Советский Союз распался всего 2 месяца назад, да, до конфликта. Многие военные не понимали. Мне генерал Лебедь, вы знаете, я, во-первых, освещал эти события, потом мы сняли с моим коллегой Сергеем Ткачем несколько фильмов по пронесровской тематике. Да, но я субербим, например, ролл, честно, генерал, конфликт. Да, и потом, значит, понимаете, и во время подготовки этого фильма мы беседовали с самыми разными людьми. И с Лебедем несколько часов беседы, и с Рудским, и с Бернштейном, который сыграл очень интересную роль, помог Снегуру, стал посредником в этом мирном соглашении. И с людьми с правого берега, и с левого берега, и с политиками, и с Смирновым, и с Маракуцей, и с нашими политиками. Единственное, к сожалению, кто отказался, несколько раз мы его просили, он отказался дать интервью и поговорить с нами на ту тему, был Мерчий Иванович Снегур, к сожалению. Я его понимаю. Почему? Потому что, когда я разговаривал с господином Плугару, который возглавил безопасность, он мне говорил, мы его неоднократно предупреждали, что военные на том берегу Днестра, то есть это бывшая 14-я армия, это кадрированная была часть, они оказались, как, знаете, как у разбитого корыта. Советский Союз рухнул, не понимаешь, кто тебе будет платить зарплату? Да, кому ты, куда ты должен... Есть, военные, понимаете, да? И тут вдруг прибегают какие-то ребята с румынским флагом, кто-то кричит объединение с Румынией, идет конфликт между двумя берегами Днестра. И начинают бегать какие-то ребята. Что делать? Делает профессиональный военный, у которого на улице жена, дочь, квартира и так далее. Да. Что он где должен делать? Он, конечно же, извините меня, будет их защищать. И мы знали о том, что они вмешаются в этот конфликт. Это первое. Второй момент. Когда распадался Советский Союз, и господин Петрико тоже, как бы, думаю, меня в этом поддержит, распадался Советский Союз, выводили огромные воинские части из Германии, из Восточной Европы. Им нужно было обеспечить по закону жильем. Что делали военные кадровики? Они распихивали людей поближе к дому. Там у них есть теща, брат, сват, где-то он проживется. И в результате, как мне рассказывал и показывал генерал Лебедь, да, подавляющее большинство, до 70% личного состава в Приднестровье, офицеров и так далее, да, это были уроженцы тех мест или связанные как-то с супругами и так далее. То есть им некуда было ехать. То есть мы им предложили, давайте, как господин Гимпу выжил в парламенте, 24 часа пусть они покинут территорию. Куда они уедут? Это что, извините меня, можно собрать чемодан и просто так уехать, да? Понимаете? Угу. Эти люди оказались в той ситуации, когда и вдруг приходят, прибегают какие-то ребята, говорят, вот непонятно, что здесь будет. То ли Румыния, то ли Молдова, то ли так. Конечно, они начали защищать себя, и это было предсказуемо. И Плугару признался. Он говорит, мы несколько раз Снегура предупредили, показывали мне документы, данные агентов, которые там работали, и говорили, они вмешаются. Или хотя бы будут делать такой нейтралитет, когда они просто дадут склады, знаете, чтобы взяли оружие из складов. Другие возьмут. Это еще хуже. Почему? Потому что как кадровые военные, понимаете, военные воюют, в принципе, по правилам. Они никогда не поставят минное поле без карты, понимаете? Но хуже всего, когда оружие попадает, извините, к башибузукам. Угу. То есть это так называемым партизанам, гражданскому населению, который не умеет воевать. И своей глупостью, вот как сейчас вот конфликт на Донбассе, где больше жертв от того, что люди не умеют обращаться с оружием, понимаете, призывает пьянство, драки, грабеж, воровство, понимаете, самое страшное, да, что происходит. Потому что когда воюют военные, почему вот, допустим, сегодня... И Аурей Гульбини стабилит. Да, это первое. Вот сейчас вот в Москве был Фротини, да, в ОБСЕ. Ему задали вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот Молдова требует вывести срочно оттуда миротворцев? Ну, нету там, не было никогда армады 14-й армии. Ну, что мы врем? Все военные знают, что такое кадрированное. Это не больше
полка, там, они должны были развернуться в 14-ю армию. Но как таковой армии там не было никогда. Не было там, армия это, извините меня, там, может, было 14-20 тысяч. Человек это дивизия, не больше. Там дивизия. В лучшие времена. Да, в лучшие времена, понимаете. А мы всегда 14-я армия, Россия. Знаете, это отмазка для наших политиков, так называемая, что они хотят оправдать свою вину в этом, понимаете? Да, Шизгасяска Печенева виноват. Vreau pentru telespectatori neapărat să reușim ca să prezentăm. Avem un video care îl deținem în exclusivitate. Este vorba despre o acțiune care a avut loc pe 26 mai. Era sfârșitul acestei acțiuni. Am înțeles la domnul Petrică, s-a început pe 24 mai. Da? Este vorba despre o împăcare realizată de părți, de ambele părți, de cei din Transnistria și cei din Republica Moldova, care au scris această împăcare, au întocmit-o într-un format de scrisoare și au hotărât să o transmită președintelui țării pe atunci Snegur, președintelui Parlamentului și ministrului apărării. Vă rog frumos un mic material video în care să vedem despre ce era vorba. Депутатам всех уровней, руководству местных органов власти и командованию конфликтующих сторон в целом. Мы непосредственные участники конфликта, проанализировав сложившуюся ситуацию и понимая бессмысленность дальнейшего кровопролития, обращаемся ко всем вам с призывом принять всевозможные меры, приложить максимум усилий для мирного разрешения конфликта, преодолеть накопившиеся обиды, превозмочь амбиции во имя высшей цели сохранения жизни людей. Мы заявляем, что между военным включить состав вышеупомянутой комиссии непосредственных участников боевых действий. Они нам отдают один экземпляр. Два. Вот. Мы его полностью размножим по всем, как положено, доведем. Кто еще не слышал? Ну, я, например, что передавали, я не слышал. А рад видеть, что именно текст сохранил основу. 12 часов 30 минут передавали. Основу сохранили. Мы текст не слышали. Тоже. На молдавском. Нет, на... Так соглашаемся, да? Значит, что, нет, чтобы вы поняли, что мы имеем в виду здесь, что это в обе стороны. Если я там, мои там сюда, в эту роги зашли, там, они составляют акт в такое-то время, в такое-то часы, там, было нарушено соглашение по таким-то пунктам для принятия мер по закону. Чтобы я с Иваном Григорьевичем не ругался, чтобы я с ним не ругался. Вот Коля, о чем говорить? Мы не будем ругаться. Я говорю, что вы не было, вы были, вот они составляют там. Все, и мы принимаем меры. То же самое, по плотине все время стреляем. По плотине. Кто стреляет? Вы стреляете. Мы стреляем, мы все правы. Никто не стреляет, но там падают мины. Может быть такое, что потом как пойдет один раз, а что-то не будет. Вот сейчас плотину все убрать. Перегородим посредине, чтобы оттуда не могли техника идти. Не с того берет, с этого берет. Перегородим посредине. И там сделан такой же самый пост, наблюдатель тоже. 5 совместно. И один там, и больше один-то сами жители Корши. И работать будут там гражданские люди на плотине, и там, чтобы не было ни одного выстрела. Вот тогда, что мы приглашаем к таким же действиям. Прямо после этого уже все договорились. Пошли с полплатформы, мы обратились, дали телефон Ивана Григорьевича для того, чтобы войти в контакт и продолжить это действие дальше. А почему сам не развести полностью, чтобы это самое... Это уже не наша функция. Наши функции, так сказать, вот, не стрелять друг в друга. А дальше уже дело политическое. И добиться того, предлагаем... Возобновить и активизировать... Не, вот где включить в состав. Да, предлагаем возобновить и активизировать практическую деятельность Согласительной комиссии по мирному урегулированию конфликта. Можно прочитать? Да. Включить в состав вышеупомянутой комиссии непосредственных участников боевых действий. Da, acum, domnul Petrică, am revenit în studio. Vreau să explicați acest video, pentru că am văzut acolo, era Ivan Grigorievici Cernev, da, șeful statului major al gardiștilor. Ați fost dumneavoastră și Alexandru Gorgan. Explicați-ne ce se întâmpla. La 17 mai, 1992, generalul Creangă m-a dus ca pe mâță în sac pe platoul Cucieri. Și mi-a spus, tu de acest minut, la orele 15, zice, tu din acest minut ești comandantul capului de bot cocieri. Eu spun, care e sarcina, prezentați-mă. A spus, razbireoși. Și s-a dus. Eu eram proaspăt din Afganistan. În Afganistan am fost comandant divizii. Am condus 26 de lupte, 356 zile în munță am fost. N-am pierdut niciun ofițer, niciun star sovietic. Numai 8 răniți am avut, dintre care 4 douări. Și din armata afganeză pot să număr pedești în afară de dezertiri care au fost acolo. Și eu am văzut în Afganistan
тот Шажутору Чела Интернационал, тот Кишлакру Деструси, Возильный Деструси, тот Деструс, și eu încă aveam imaginea aceea în față, care am ochii mei și eu mă uitam la vă imaginați ce se va întâmpla, da. La cocieri, la tot, că așa tot poate să devină și ei. Și deodată a început alte cu, pe mine să mă frământe, alte ieșiri din pace. În al doilea rând, pe data de 18 mai, Armata 14 a transmis gardiștilor o companie de tancuri, 13 tancuri. Uh-huh. Unde era așa un fel de politică. Ofițerii azi s-au eliberat, luptă și pe urmă din nou întoarce în armată. Adică cine erau de voie bună. Uh-huh. Fiindcă unul dintre înși acolo la, era echipajul cu tancul care a fost dobărât, era acolo la adunare și și tot așa făceau și cu artilerie. Artileriștii veneau 5.000, costa, 5.000 de rubli costau ofițerul, 2.000 de rubli ostașul. Uh-huh. Au venit, au luat pe hartă pus, au aruncat undeva câte două divizioane dimineața, două seara și era normal. Pe data de 18 au venit, pe data de 19 m-au atacat. Noi am răspins atacul prin satul Corjova, au lăsat acolo niște cadavre și mai departe, adică noi ce trebuie să fac? Pâine și cu sare să întâlnesc dacă vin cu tancuri și cu oce. Da, ți-au pus rezistență. Pe data de 19-20 și le-am dus cadavrele în după sare, că băiatul și la cumustăț Mihai uh-huh. era medic și el a ajutat pe fetița cei din după sare, că ce e. Și între rândurile celor care erau morți, erau ofițeri din Armata 14, pe care, care au făcut servicii împreună cu domnul Mihai. Uh-huh. Pe data de 20 și tot parcă liniște, pe data 21 ne-au atacat pe flangul stâng. Uh-huh. Mai puternic. A fost o lovitură de artilerie puternică. Tancurile, noi iar am răspins, însă vă spun eu ce pe mine mă îngrijora. Vedeți că pe platoul meu erau foarte mulți polițiști, 15 secții de poliție. Uh-huh. Au venit două batalioane de înarmate, un batalion de voluntari. Erau foarte multe unități care nu erau dirijate de o persoană. Fiecare era cu a lui. Uh-huh. Plugarul cu a lui se ocupa, toți eroi erau aceia, erau, poliția erau eroilor. Eu nu vreau să spun nimic despre prestigi, despre ostaș. Ei și-au făcut datoria cum trebuie să-și facă datoria. Da, trebuia leac de pregătit, trebuia leac de adunat. Aceea ce am făcut noi, în foarte scurt timp. Uh-huh. Cum acolo i-am pus la cale, ei poate să povestească. Însă orice s-a făcut ordine, de ce nu am respins atacurile foarte uh-huh. bine. Însă era altă problemă, care mulți nu pot să înțeleagă. În divizia 59, care era în Tiraspol, erau 214 tancuri și 320 de unități de artilerie și aruncători de mine. Cu care și s-au cutit încă 94-3, 270 de mașini blindate, care puteau să mă spile pe mine în două ceasuri. Într-o oră, cred că, într-o oră. Platoul acela meu, 3 km, puteau să mă ducă să hrănesc cu Tasalobic pe Nazarea, să hrănesc acolo. Asta era prima problemă. A doilea, în zona de luptă erau unitățile Armatei 14. Uh-huh. În Dubăsar, brigada de geniști, în Râvniță, brigada de pantaniori, în Tighină, 16 unități diferite, inclusiv și brigade de rachete. Și a fost eu, și numai în timpul acela, a devenit comandantul armatei Alexandru Lebedi, uh-huh. general Lebedi. Și a fost eu în locul lui, desigur trebuia să primesc măsuri cum să ne apără ostașii mei, uh-huh. cum să ne apără orașele, cum să ne apără ofițere. Eu trebuia să primesc măsuri comandant. Deci, da, acțiunile generalului Lebit nu erau atât de dure precum ar fi putut să o facă. Și el, ca om, în această situație, ca militar, el s-a purtat foarte bine. El a spus și lui Smirnov și lui Snegur: «Я буду вести активную оборону и дам по ушам и тебе, если вы не прекратите боевые действия». Asta sunt cuvintele lui. Deci oamenii care aveau în spate o perioadă de viață în care înțelegeau ce înseamnă un conflict, știau ce se va întâmpla în urma acestei situații. El avea tot dreptul, era, putea să fie o provocare din partea mea, să aruncăm o mină, două în orășelul unde trăiau a lui ostașă. Puteau să arunce gardiști. Și el avea dreptul să ne distrugă pe noi. Să nimicească într-un... Da, asta e prima întrebare. A doua întrebare care era foarte grea. Să găsea în zonă Dubăsarșca Gres, plotina Dubăsar, uh-huh. da? Uh-huh. Și cu regret, plotina era ocupată de gardiști.
И мало дрепта равен шасан мешти барани колпак, у нее в какой металл 15 сантиметров. Шип парти стенга стоял он танк. Каре танк учела не дрожа. Я вот пушка сатничали каре зона, где его дихне. Шейфлор ноштри, енголиркан, ще мені парті. Фача галаджії. Însă eu nu puteam să deschid focul asupra lui, fiindcă puteam să nimeresc în hidrocentrală. Și cel mai strașnic care puteam să nimeresc în șliuzul acela, de acolo este, când am văzut eu pe geniști, eu mă gândeam că acolo, galăgeam, acolo 1.725.000 de cupuri de apă. Un val de 700 metri. Asta ar fi fost valul acela, da, ucigător, care avea să... Dacă se rupea șliuzul acela, deci dumneavoastră v-ați gândit la toate lucrurile. Acestea așa au urmat această scrisoare. Și atunci eu am început să caut care e ieșirea, cum să înțelegem. Și bine că... Să înțeleg că politicienii acolo nu se gândeau care e ieșirea, dar dumneavoastră... Politicienii bineau bere și cu fete cu fuse scurte, prin ce om dau. Cu domnul Cer, că băieții îmi spune, noi avem legătură indirectă cu statul major al gardiștilor. Eu receptorul dat 22, și sun, zic, cine e acolo comandant? El zice, colonelul Cerniu. Zic, Ivan Grigoriș, da? Zic, noroc, mă, dar tu cine ești? Zic, Nicolae Petrovic Petrov. Nu știu ce ceva. Zic, mă știu, noi cu tine am trăit odată la răsul de părtat. După asta, da, 23, iar ne-am sunat. Și am hotărât să ne întâlnim. Și pe data 24, eu, Gorgon, Cerniu și cu un ofițer, ne-am întâlnit. Cerniu era foarte supărat, cred că tu, în urmă, tu ne distrus 6 lucruri de mine, un tank, trei mașini blindate, iar ce ne, să ne sfădim sau să facem pace? Zic, tu înțelegi că noi și trăim și noi pe urmă trebuie să răspundem unde este. Oamenii să blesteme nu pe Snegur, nu pe Smirnov, dar pe comandantul Potolul Petrica și cere a să fie blestemați, fiindcă noi dăm comanda la deschiderea focului și noi nimicim. Și zic, ce facem? Zic, este o propunere, hai să ne întâlnim. Și așa s-a primit, da, 24, 25, 60 de oameni de la mine, 60 de la dânsul. Ne-am întâlnit, că aici satul Rodii, era acolo niște blocuri puse acolo. Ne-am întâlnit, am început să vorbim, aștia erau toți care locuiau acolo, au început să îmbrățășeze, să plângă, să spune de ce noi facem. Și toți au ajuns la aceea că trebuie de stopat războiul. Și noi atunci am început să lucrăm. O zi am pregătit adresarea către șase direcții. Șase copii ați făcut, da. Șase copii, lui Smirnov, Maracuța și Caraman. Și la noi președintele Snegur, președintele Parlamentului. Și Muravski. Și Muravski, la Costi și Samusubă, cum spune. Și noi am ajuns la o concluzie. Erau acolo șase puncte. Primul era за единую неделимую Молдову. Второй вопрос. Не преследовать участников боевых действий. Третий. Предоставить особую экономическую автономию Приднестровья. Особую экономическую автономию. А статичи până la urmă a fost un element care... Мы военные. Четвертый. Или второй это был. Немедленно вывод из поля боя оружия, техники и СМ. Пятый пункт. Что-то забыл какой-то пятый пункт. А шестой пункт, что мы военные, гарантируем мир, чтобы политики создали государственную комиссию по решению этого вопроса. Комиссия, я функционал, din câte eu am auzit în video aceea. Ce se întâmpla? Ce făcea comisia aceea care a funcționat? Comisia aceea ținea în mâini orașul Tighina. Acolo nu erau lupte, nu erau nimică, nimeni nu pușca, era liniștit. Era un bandit Costenco. Un bătăun care nu spunea nici lui Smirnov, el așa se supunea, dar își făcea treburile lui. Bandit era. De ce era nefuncțională o comisie care... Nu, comisia ținea în mâini tot timpul regula asta. Dar trebuia, comisia ce era numai, trebuia să fie comisie de stat. Guvernul, parlamentul, toți să adune băieți, e că putem să facem pace. Liniște. V-au auzit, domn Petric? Pentru că emisiunea nu este... Nu avem mult timp și trebuie să... M-au auzit numai... Unde au ajuns scrisorile cele? Au ajuns? Au ajuns, domnul Ziaris le-a dus și le-a mânat la fiecare conducător. Ce reacție au urmat? Numai o singură reacție a fost la Costaș. El m-a sunat și că bude starojă. Как это? Что там осторожно быть? То ли меня арестуют, то ли стреляют как предатели. Ведь на вас раз врут, сын торчит история, аж практика от свинтов, история на момент, он гарят, и фото аскультат. Я врут, как Молдова, но не вин Афганистан.
Ка Молдова знову фіна руїні, ка вам не треба симпатії, ка вам не треба, що вам не нувар салупні, на підрешті їм пур салупні. Уамені не вреяв се салупті, а без дрептати, ще айче вреяв, веру фрумос дом пятика, un минут avem un video de un minut, în care clar se vede că oamenii și din stânga și din dreapta Nistrului nu vor să lupte și erau puși pe pace. Vă rog frumos! Давайте не будем друг друга оскорблять. Давайте решим вопрос сейчас вот так, чтобы не открывать огонь. Потому что мины летят и в город, мины летят и в село. Понимаете? Давайте решим это так. Нет, вот опять же начинается вот эта глубина, которая им на амбиция, понимаете? Ребята, нам надоело это. Вот скажите, кто у кого из вас запасная жизнь в кармане? Так вот в том-то и дело. У всех у нас ее по одной. Так вот в том-то и дело. И когда вот была война, когда говорили, что-то защищали родину, когда перед тобой враг, который хочет там поработить все остальное. Ну я смотрел вот сегодня вот эти разбитые дома. Чьи дома мы разбили-то? Тех людей, которые не воюют. Наших? Все правильно. Наших людей. И мы же с вами потом будем все тратить. Все вот правильно. Там стоит санаторий такой межколхозный какой-то. Я говорю, это спота крестьянина, который добывает все копейку все с правильно. Тяжелым трудом. Конечно. А мы минами-то, снарядами большого калибра, это все разворотились, бог знает что. Все правильно. Так кому мы вредим-то? Сами. Конечно. И мы не настолько богаты, кстати, правильно, для того, чтобы позволить себе такую роскошь. Так точно. Все, вы говорите прямо очень точно. Да нет, ну и вы то же самое говорите. Но почему-то мы не можем взять мы сейчас вот ружье такой, и каждый по домам. Вы понимаете, вот в том-то и дело, что когда один человек знает, видит, что на него идут с оружием, и не ну, желая быть убитым, он себя защищает. Он себя защищает. Но мы с вами военные коллеги это понимаем. В бою, когда он с оружием, ты с оружием, называется это закон. Или не если не ты, его так он тебе. Но пока-то мы можем договориться, мы же homo sapiens. Я освещал этот конфликт как корреспондент ТАСС, и каждое утро у меня начиналось с двух звонков. Один звонок был Дмитрию Карлатяну, покойному царству небесное, пресс-секретарь МВД, был хороший профессионал. И другой звонок в Приднестровье, Валерию Лицкаю. Он был, да, возглавлял пресс-службу Смирнова. И всякий раз я слышал такой рассказ. Мы перемирие хранили, они стреляли, у нас трое убитых, говорил один берег. Но мы не стреляли. Тот другой берег говорил, мы тоже не стреляли, мы тоже хранили перемирие, но у нас тоже трое-четверо убитых, там столько-то раненых. Я понимал, что идет информационная война, конечно. Но вы знаете, Маргарита, у меня к вам тоже вот есть такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вот военные, да, видели сюжеты, договорились да, о том, чтобы не воевать. Почему? Потому что я понимаю, военные лучше политиков знают, что такое война. И знают, да, они видели, знают и знают, чему это приведет. Скажите, пожалуйста, что делают сегодня наши политики? Вот военные договаривались во время конфликта, потом военные договорились устроить там вот эту зону безопасности и тем самым дали возможность политикам договариваться. Наши политики не могут договориться четверть века. Но хорошо, но хорошо торгуют между собой, понимаете? Айча, vreau să zic, iată bubuitul nu s-aud, dar spuneți-mi, vă rog, domnul Dirigeschi, poate nu interesant нici дрепții, nici стынги să se резонят. Я задаю вам вопрос. А что делают наши политики? А наши политики говорят, уберите военных, они нам мешают договариваться. Я говорю, а может они вам обеспечили мир, чтобы вы договорились? У меня вопрос есть к политикам, почему вы не можете договориться? Pentru că există interese. Da. Asta și vreau să zic. Acum, da. Dacă вот trece 26 de... Говорят, вот уберите туда российских, молдавских и приднестровских миротворцев. И что будет? Вот эти склады останутся без охраны и будут растасканы черт его знает кем, учитывая, что на Украине в 2 километрах от этих складов сегодня тоже махновщина, понимаете? Что будет с двумя группировками, одна непризнанная, а другая признанная молдавская армия, да? И есть Приднестровская армия, которая не признана, знаете? То есть вот сейчас вот в Москве был Фротини, да? И когда ему задали вопрос, говорит, а что... Да, вы говорили про это в начале передачи. Он сказал, что, говорит, ребята, не ставьте телегу впереди лошади. Сначала вы договоритесь о том, как вы будете жить вместе в одной стране, да? А потом уже вы решаете вопросы с военными, миротворцами. Значит, интересы или политические? Военные приказы выполнят, понимаете? Я убежден, и хорошо выполнят, как они выполнили в 92-м году, когда останавливали конфликт, и потом остановили, да? Ведь давайте скажем так честно, это тоже легенда, что генерал Лебедь остановил конфликт, хотя я был знаком с генералом Лебедем. Да-да, роль, видите, роль Дэнсула есть. Его роль была в том, что он тоже понимал, что такое война.
война, понимаете? Тогда в России уже многие генералы, многие военные понимали, что такое война, потому что они в эпоху перестройки сыты были политиками вот так. Поэтому, когда Михаил Сергеевич Горбачев посылал военных в Прибалтику, а потом делал вид, что он их не посылал, понимаете? Потом военные уже тоже поумнели, они говорили, дайте мне писанные приказы, я его буду выполнять. Конечно, и Лебедь понимал великолепно, но с другой стороны, я вам скажу, хочу вам сказать, что до Лебедя уже были как бы договоренности первые, да, вот мы видели сегодня, и уже когда Лебедь прибыл, Лебедь просто немножко, знаете, вот как бы больше пиара было, знаете, все испугались, что вот пришел решительный генерал, сейчас он там что-то сделает, и это повлияло... Ролла чистор, у меня фуст есть норма, конечно, да, карфей, я хочу сказать, что были десятки таких случаев, я их описывал, когда люди встречались, даже те же полицейские, которые вместе когда-то, знаете, вот работали в одном министерстве, а сегодня вынуждены были войти. Они понимали, потому что на них свалят все. Понимаете? И давайте скажем, господин Берега, сколько было попыток свалить все на военных? Военные виноваты в том, военные это, приказы-то отдавали политики, да, понимаете? Домнул Петрик, ведем КПН на урмы интересили де дряпта и де стынга, але политиченилор, и chiar а организмор интернационал есть ка са пострезе acest конфликт aici, în zona aceasta, și să-l țină, să-l mențină. Ce părere aveți despre formatul acesta 5+2, care în decursul anilor a fost menit ca să rezolve acest conflict, dar până la urmă l-a înghețat și l-a ținut Eu salut așa posibilitate. Făceam un format 2. Moldova și cu Rusia. Stăteau și hotărau, dar cu Transnistria făceau un memorandum. Puneau pe o hârtie puteau toate să-și iertările și mai departe și puneau punctul întâi, ce face 1, 2, 3, 10 și cum ieșim din situația asta. Asta nu vor să fac policiei noștri. Ei mai bine fac ceva în pas. Al doilea. Și o tăcă e politică. O, politică, asta e способ защита своего народа. И на вот, поэтому есть такие политики, которые защищают. Одни занимаются зарубежными странами, чтобы защищать свою родину, другие внутри страны. А у нас все кругом политики, это просто предатели этой страны. Они, вот смотрите, сколько у нас партии. Почему? Вот если хорошо, про румынские партии. Ну, есть один, пусть все вокруг него особенно. Нет, каждый хочет быть. Есть другие партии, проевропейские. Есть такие такие. Если бы я был президентом, что бы я сделал? Конечно, вопрос Приднестровья стоял бы на первом месте каждый день, и каждый день какой-то вопрос решал. Где-то там нашел пути. Угу. Второе. Если я был президентом, первый же указ был не на счет миллиарда, а о распуске парламента и под суд это европейское руководство, это которое было либеральной демпартии, потому что они привели страну к тому, что сейчас люди убегают, то 30 тысяч в Сибирь ушли, а сейчас миллионы ушли. И нормально, они хотят меняться. Поэтому я бы этих выгнал, забыл об этих партиях. И эти парламенты, и эти вот правительства ночью назначаются, эти все прочие, и навел бы порядок в этом все прочее. Нужно президенту немножко смотреть по-другому. Ему не надо бояться. Он избран народом. 52% его избрали. И он не должен бояться. Его избрал народ. А эти, которые перебежали с одной партии в другую, эти предатели, эти вот парламентарии, да, это нулевые люди. Интерес, господин Демидецкий, господин Додон с первого дня в инвестиции, да. Он вроде пошел на разговоры. Кто-то мешает или что, почему случается есть вот данным? Есть только один способ. Я согласен с господином Петрико, что договариваться должны в первую очередь Тирасполь и Кишинев. Есть только один способ решить Приднестровскую проблему. Это сделать Молдову привлекательной для жителей Приднестровья. И тогда никто, ни США, никто, ни Россия, никто не вмешается. Да? Мы можем договориться... Политичение нужно репутаться фокаста? Нет. Им это не интересно, потому что они паразитируют на этом расколе. Понимаете? Вот и все. Получают деньги. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezența în studio. Ne dorim ca să fiți auziți măcar o dată de politicieni și ca să ia niște decizii care să fie în favoarea poporului nostru. Eu vă spun mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi. La revedere!